Васап, сейчас у нас будет хэллоуинский вайбик. Ребята, посмотрим Fortnite кошмары 2024. А, будем играть в ранкет. У меня сейчас бриллиант 3, потому что в паблике, ну, одни боты. Всем приятного просмотра. Погнали. Пам-пам-пам-пам. Пара-пара-пара-пара-пам. Так, ребятки, а тут есть лут? Да. Такой вайбик. Блин, ну это надо на высоких играть. Но как играть на высоких в рейтинг? Неизвестно. Первый пошел. Ой-ой-ой, опасно. Ноль пуль. Сюда. Так, что здесь? Дук? Я тебя понял. Надо перезарядить дробовик обязательно. Я что, поставил себе что-то? Убегаешь? А, давай, беги, беги. Блин, поля погибели. Ну тут реально надо играть в... На DX12. С графикой хоть какой-то. Но рейтинг сложно играть с графикой. О, что ты здесь делаешь, братан? Откуда? Вот откуда они ли... Ну, бляха, ну твою мать! Откуда, Ва? Ну твою ж мать, ну почему? No ammo, ну все. Это... Ну, трэш. Ну, это трэш! Ну, откуда ты вылез? Так, я хочу нормально залендиться, пожалуйста. Можно мне нормально залендиться? Оп-оп-оп-опа. Оп. О, дробовик сюда. Плюс вайп. Это что за звук? Вообще, это колокола звенят? Какого черта? Сука. Стой, поезд, стой! Остановите поезд! Блин, 2 хп не дохилило, ну ладно. О, там еще и дроны летают на этой локе. Так, мне срочно нужны ресы. Сейчас мы долутаем эту лок. Блин, поля топ реально, ребят. Наконец-то какой-то вайбик. Хоть какой-то вайбик на карте появился. Ну реально, вот эта локация, она прям... Она хотя бы плюс вайба добавляет, скажите. Хайд. О, можно быть пугалом! Ребята, я пугало! Я пугало! Чуть-чуть кринжа навалил. Сорян, сорян. Ну-ка. Я пугало. Тихо-тихо-тихо. Спокойно-спокойно, нормально. Нормально-нормально, иди сюда. Иди сюда, тут смотри, тут миник, братанчик. Тут миничек лежит. Скушай миник. Ну, давай, иди сюда. Ну, подходи, подходи. Ну, чё ты, ну, куда ты? Братик! Я пугало! Что это такое? А, это щит. Вот сука. Он же может мне давать дэмэдж с щита. Он даже может меня не видеть, но давать дэмэдж. Блин, чел просто засел наверху и все. Сидит. Слушай, а я... А чё я? А я буду на локе просто оставаться. Зачем мне файтиться с ним, правильно? Я контента хочу какого-то. Вот у меня трактор есть. Когда на тракторах можно будет ездить? Почему не добавить в этой обнове, чтобы я за трактор сел и поехал, просто ему дом сломал? Блин, я так хочу, чтобы... Я еще с первой главы хочу, чтобы тракторы завелись наконец-то. Обнова плюс вайп. Ну, если бы я еще попадать мог, было бы еще круче, конечно. Знаете, физа скину сейчас. Подожди, чекайте. Вот этого. Вот этого. Оп, и сюда. А? Как вам такое? Етить, колотить? Зачем я это сказал? Сразу всем понятно теперь, что мне уже 30 почти. Я помню, как тебя смотрел во второй главе. Я помню, как ты меня смотрел во второй главе. Побольше бы таких локаций. Да, вайба OG от релода вообще нет. Вот честно вам скажу. Из-за того, что вот эти быстрые раунды, как бы на новый лад. Как будто, знаете, я вам сейчас опишу ощущение от релода. У меня ощущение, это когда вот TikTok стал популярным. Вот знаете, такое ощущение? А когда TikTok стал популярным, ощущение, знаете, такое, как будто бы говном воняет. Вот, фу, блядь. Вот такое ощущение. Вот как будто говном завоняет. И ты такой, типа, сука, да как бы отсюда вот уйти побыстрее, потому что оно мне, ну, воняет прям реально. Как будто бы и норм, вроде релод, но как будто бы и ТикТок какой-то, как говном завоняло, как будто. Так, ну вон он чел. Было бы круто, если бы он сюда пошел.
Мы бы прям лютейшего Fortnightmares навели бы, а? Вот бы лютейшего Fortnightmares навести сюда. Знаете, что мы сейчас сделаем? А ну-ка. Может, он все-таки подойдет? Сейчас, подожди. Выпрыгиваю. Сто процентов он должен на выстрел пойти. Ну, 100%. Да, давай, братан, давай, сюда, иди. Здесь можно похилиться. Че он идет? Он кого-то встретил? А, он кого-то встретил. Охереть. О, еще один. Давай, заходи, иди сюда. Пожалуйста, иди сюда. Пожалуйста, тут хил. Похилиться надо, братан. О, он просто по кустам стреляет. У него пила! Он сам пугалом стал. Он сам в пугало сел. Он выискивает. Братан, забирай. Смотри, вот они лежат. Явства фортнайтерские. Физ лежит. Забирай. Сплэши. Братанчик. А! Я двинулся случайно. Сука, я случайно двинулся. Все, НТ. Он теперь знает, что я пугало. Блин, он теперь знает. Я опоздал. Бляха, я опоздал. Вот это я лох. Я мог его прихлопнуть. Я надеялся, что он начнет хилиться, сука. Я просто понадеялся, что он хилится, сядет. Он вроде бы присел такой, знаете. Он вроде бы присел, а вроде бы и нет. Так. Тихо! А! Тихо! Пожалуйста, перестань. Ну нет. Ну нет, ну бро, ну плиз, меня пилой распилили, ну почему? Ну зато мы апнули 15%, сюда, let's go! Пробуем еще раз. Ну, пожалуйста. Спасибо. Наконец-то! У меня пила! Пила у меня! Ура! Я теперь мистер Пилорама. Так, и чё? Чё с ней можно делать? Ух ты, ёпта! Во-первых, с ней можно бегать. Во-вторых, на ней можно ездить! Ух ты, ё-моё! Блин, забавно. Это прикольно. Поехали. Ну-ка, я могу, да? Решил вот сюда рядышком упасть аккуратненько. Вот, тут еще и дробовик есть, плюс вайб. Да, в общем-то, я решил сюда упасть, чтобы подлутаться сразу. Чтобы, конечно, чем-нибудь запиться. Как там ребята в доме уже дофайтились. Аккуратненько будем играть. Чуть-чуть здесь обойдем, чуть-чуть там. Пока там файтятся, наверное, туда есть смысл идти. А что за туман такой? Прикольно, я такого не видел еще. На перформансе такой туман. Атмосферно. Ну, блин, ну это трэш уже, что побежал, бля. А их двое? Там еще двое. А,
жить. Давай вот это заберу и просто уйду, окей? Просто уйду, потому что я хочу поиграть с пилой. Я хочу выиграть с пилой, не просто поиграть. Блин, всего два фрага. Пол игры прошло, у меня всего два фрага. Но, блин, это рейтинг. Diamond 3, в принципе, уже такие ребята плотненькие вроде бы. Ну, для меня, естественно. Естественно, для меня. Для вас, скорее всего, это боты галимы. Но для меня уже есть какое-то ощущение запотевшего очка. Давай, редач. О, ух, чуть не проиграл. Блин, хотел, конечно, пилой забрать, но, видимо, не получится пока что пилой. Блин, ну это прикольная тема для мувмента. Нормальная тема. Так, ну что, гоу зону. Можно даже строить скайбазу, мне кажется. О. Нельзя! Когда падаешь, уже нельзя! Я думал, можно будет. Если меня собьют, я заюзаю, и можно будет. Когда уже падаешь, нельзя. Ну что ж, друзья, на этом все. Большое спасибо, что досмотрели ролик до конца. Прямо сейчас в магазине много хэллоуинских классных скинов. Допустим, вот самый, наверное, хэллоуинский Билли. Ну и также есть его эмоция на велосипеде. Кстати, очень хорошо стакается с подобными скинами. Вот, также вот такие вот скинчики. В общем, много разных крутых. Ну и как бы OG тоже есть. Если у кого-то вдруг OG скинов типа Shadow Midas нет, затаривайтесь. Ну и естественно, если вам нужны V-баксы, вы прекрасно знаете, где их забрать. Ел Squad Bot. А большое спасибо, что уже пользуетесь ботом. Все. Всем спасибо еще раз за просмотр. Ну и, наверное, увидимся с вами на стримах. Если вы вдруг сидите на Твиче, приходите. Всем буду рад. Ссылка есть в описании.